Добрый день. Сегодня будем готовить компот на зиму из черешни. Для этого нам необходима черешня, сахар и вода. Итак, приступим. Для начала мы перебрали черешню от косточек, от плохих ягод. Перебрали черешню, промыли ее, положили в миску. Теперь нам нужно подготовить банки. Банки нужно помыть горячей водой с содой. Банки стерилизуем над паром. Я на кастрюлю положила сито. В кастрюльку набрала немного воды, положила, накрыла ситом, поставила банку. Так банки стерилизуются минут по 10, чтобы банка стала горячей. У кого есть специальное приспособление для баночки, значит, мы так одеваем. И закипятили горячую воду. Приступим. Наполняем 3-литровую банку черешней на треть. Это где-то 1,5-2-литровые баночки. Вот у нас и спасибо. Вот так берем, вкладываем. Вот так. Заполнили банку черешни. Теперь мы зальем банку кипящим кипятком, горячей водой. Заливаем. Наполняем ее доверху. Крышки тоже нужно прокипятить в воде минут 5. Накрываем банку крышкой и оставляем на 20 минут для того, чтобы ягоды прогрелись. Прошло 20 минут. Теперь мы переливаем, сливаем нашу жидкость, водичку с банки. Кастрюлю. Воду слили, ягоды закрыли. Теперь ставим на огонь до закипания. Закипела наша вода. Всыпаем туда 1 стакан сахара, 200 грамм. Сахар растворился, вода закипела, сироп. Получился сироп. Этим сиропом заливаем наши ягоды в банке. Сиропом заливаем наши ягоды. Закрываем крышкой. Закатываем ключом. Проверили, чтобы ровно везде было закрыто. Теперь мы опускаем банку на пол. Переворачиваем ее вверх дном на крышку. Ставим и укутываем теплым одеялом. Банку перевернули вверх дном. И укутаем одеялом. С всех сторон она прогрелась. Повторю, для одной банки компота нам понадобилась черешня, 1,5-2-литровых баночки ягод промытых без плодоножек. 1 стакан сахара и кипяток. Всем приятного аппетита, пейте на здоровье.